Пожалуйста, Петруха! Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Борис Макаров, и мы продолжаем смотреть матчи Northern Storm Wrestling, которые прошли в рамках большого фестиваля 16 и 17 апреля в Санкт-Петербурге. Наш следующий матч – это матч 1 на 1, и вот уже первый рестлер, который будет принимать в нем участие, это, конечно же, Петруха, участник группировки «Отморозки», которая уже несколько месяцев терроризирует NSW. Но этот матч, видимо, будет не об отморозках, потому что кроме Петрухи я никого не вижу, даже Рэя. Но не исключено, что отморозки или Рэя могут появиться во время матча. Будем надеяться, что этого не произойдет. И его соперник, народный чемпион Антон Деревин. Будем надеяться, что этого не произойдет, и матч получится хорошим. И вот как раз противник Петрухи. Это, конечно же, народный чемпион Антон Дерябин. Антон сразу же обращает свое внимание на зрителей, призывает их немножечко покричать, немножечко подбодрить его, дать, так сказать, ему немножечко энергии перед этим матчем. Ну да, достаточно живо реагирует на Антона публика. Антон, конечно, забирается на угол ринга, приветствует зрителей, фанатов, да и просто любителей рестлинга. А Петруха в это время на корточках спокойно ожидает всю эту, так сказать, церемонию приветствия фанатов Антона Дерябина, так ее назовем. Вот Петруха поднимается, судья проверяет готовность рестлеров. На что Антон очень громко, уверенно отвечает, что он готов. Ну что же, посмотрим, Петруха и Антон Дерябин. Что же покажут нам эти рестлеры? И Петруха сразу швыряет в Антона свою шляпу, как бы, шапку. А Антон сворачивает его удержание. Раз, два, три, вот это да! Победное удержание, звучит гонг, и матч окончен. Мне не хочется ничего утверждать, но, возможно, это была самая быстрая победа в истории NSW. Антон уходит, а у Петрухи в руках микрофон. Если ты пацан, на ринг еще раз! Петруха снова зовет Антона на ринг, видимо, конечно же, он недоволен таким исходом матча. Ну что, Антону терять-то нечего, конечно, он соглашается. А теперь по-пацански дуэль на картонах. А Петруха предлагает ему провести дуэль на корточках. По-пацански, как он сказал. Посмотрим, как это будет сейчас выглядеть. Вот рестлеры сидят друг напротив друга. И судья также с ним, конечно же. И вот пощечина от Петрухи, от Антона, от Петрухи, снова от Антона. Пошли удары локтем. И Антон сбивает Петруху прямо на спину. Ну, видимо, и тут Антон одержал победу. Петруха, конечно же, очень расстроен. Подходит к суде, что-то хочет от него. Что-то он нашел у него в кармане там, видимо. Монетку. Вот так вот. Значит, подкидывают монетку. Антон выбрал орла, насколько я слышал. И судя по его лицу, выпал именно орел. И суть, в общем, в том, что победитель подкидывания монетки, так скажем, проводит сплэш проигравшему. Снова Петрухе не повезло. Антон немножко почистил ринг, чтобы Петруха не запачкался. Ни в коем случае. Петруха ложится, а Антон, видимо, сейчас будет проводить ему сплэш. Антон разбегается, проводит ему сплэш. Судья проводил отсчет всего на два удара. Я, конечно, не помню, чтобы матч снова начинался или звучал гонг, но ладно. А теперь Петруха требует, чтобы Антон лег, и что Петруха теперь будет проводить ему сплэш.
И также почистил ринг для Антона. Антон соглашается в очередной раз. Зрители аплодируют, болеют за Антона, конечно же. И вот народный чемпион ложится на ринг. Петруха разбегается, прыгает с сплэшем, но Антон укатывается. Поднимает Петруху, проводит ему бодислэм. Так, как-то очень не везет Петрухе. Сначала проиграл в матче, потом в дуэли на корточках, потом в монетку. Но вот проводит успешный бигбут Антону. Но провести одного бигбута, конечно же, мало Антону, мне кажется. Это же понимает и Петруха, запускает Антона в угол ринга. Разбегается сам. Проводит ему что-то вроде клоузлайна или, может быть, сплэшем. И после чего проводит ему отличный сайдслэм. Удержание, но всего два удара. Петруха, мне кажется, скоро может взорваться от злости. Это сплошное невезение у него сейчас. Зритель тем временем аплодирует, поддерживает Антона. А Петрухе надо собраться и поменьше отвлекаться на судью или на зрителей. И вот тут же Антон проводит бигбут, снова толкает Петруху в канаты, встречает его коленом, снова в канаты и клоузлайн. Такая интересная серия была проведена Антоном. Антон берет Петруху для бомбы или пайл-драйвера и проводит ему package пайл-драйвер. Петруха повержен, а зрители требуют карусель. И вот Антон проводит Петрухе карусель удачи и удержание. Раз, два, три. И это победа. Я даже не знаю, какая по счету. Вроде бы как четвертая, если я ничего не упустил. Но не суть. Антон Дерябин побеждает Петруху и демонстративно садится на корточки. Ну что же, можно поздравить Антона с победой. А Петруха, я даже не знаю, можно над ним немножечко посмеяться, можно немножечко пожалеть. Дело, конечно же, ваше. А с вами был Борис Макаров, это было Northern Stone Wrestling. До встречи!